В Москве провели аортно-коронарное шунтирование с помощью робота. Уникальная операция прошла в стенах Сеченовского университета. У пациента была диагностирована ишемическая болезнь сердца, одно из самых распространенных заболеваний в кардиохирургии. Манипуляции хирурги провели малотравматичным способом. С помощью робота Da Vinci врачи сделали лишь необходимые проколы. Традиционная кардиохирургия – это что такое? Это разрез длиной 15-20 сантиметров. Это полностью распил грудины со всеми вытекающими отсюда последствиями. Минус – это реабилитация. То есть после того, как человеку распилят грудину, это все достаточно долго заживает, это болит, и пациент восстанавливается через 3 месяца.